Всем привет! Сегодня обзор на сноуборд Nitro Magnum сезона 20-21. Magnum с латинского «большое», «великое». И это действительно так. Доска представлена в ростовках 159, 163, 167 и 171 сантиметр. Производитель позиционирует ее как All Mountain Freeride Snowboard. По сути, это тот же самый Directional Twin с ростовкой 165 сантиметров, на котором будет также комфортно кататься в свече. Ведь у них плюс-минус одинаковая эффективная длина канта. Доска имеет направленную форму за счет смещения закладных ближе к хвосту и ярко выраженного носа, который позволит всплывать в пухлом снегу. Прогиб Cam-Out Camber. Зона кембера чуть меньше эффективной длины канта. С плавными рокерами к хвосту и носу, что позволит делать более предсказуемые повороты, комфортно проходить неровности уже под разбитой трассы и всплывать в пухлом снегу. Доска для райдеров с большим размером ноги. Уже на 159-й ростовке ширина талии 268 мм, а на 171-й 274. С такой шириной доски не придется себя ограничивать в стойке. Она может быть как направленная, так и дагфут 15 на 15. Мой размер ботинка 46. Небольшой свес носка и пятки не позволит цеплять склон при максимальных углах закантовки. Такой талии Nitro Magnum идеально подходит для выполнения укладок. Сердечник Power Light Core. Самый легкий сердечник из тополя. Усиленный ламинатом B-Light и слоями биаксиальной стеклоткани. Обеспечит отличный щелчок, превосходную прочность, отзывчивость на прогиб, прекрасную передачу усилий на кант. И все это при минимальном возможном весе. Уровень жесткости выше среднего. 7 из 10. Это баланс комфорта, точности управления, скорости и стабильности на разбитой трассе. Однако для этого потребуется достаточно опыта. Двойной боковой вырез с радиусами 8 метров по всей эффективной длине канта и 4,8 метра между закладными. Делает доску максимально маневренной. Скользяк Sintered HD Speed Formula. Максимально плотный, надежный и быстрый. Nitro Magnum создан для райдеров с большим размером ноги и для тех, у кого достаточно техники поставить такой широкий снаряд на кант. Этот борд может быть тем самым универсальным и единственным в чехле, позволяющий провести отличную каталку на склоне с любой кондицией снега. Спасибо за внимание. До встречи!